место, где я провела все свое детство. Точнее, прогуливала все свое детство. О, мы втопили. Нет, это еще не то место. Кстати, вот здесь я когда-то работала в аптеке. Я в этой аптеке стояла в чем-то восточном. Вот. Что ты ржешь? В аптеке восточном. Ну, в каком-то прикиде. Не знаю, восточная женщина. Вот, индианки типа. И толкал товар. Ну. На этой остановке я тоже провела много времени. Я как-то просидела здесь 3 часа. Три. Пока пара прогуливала. Ждала, когда у меня друзья освободятся. Горилка. Главное для тебя мечеть. Самарская площадь. Мужик стоит со сломанным скейтом. Какие-то странные большие двери, которые меня всегда пугают. ЧС России. Ужас. Не зря они меня пугают.